Друзья, всем привет! Привет из Пицунды. Сегодня мы с вами идем на Черное море на рыбалку за Ставридой. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем буду благодарна. Черное море. Рыбаки ловят рыбу. Посмотрите. Здравствуйте. Вот это Ставрида, да? Да, да. По 100 рублей, да? Вкусная, да? Шикарно. Ты покушай. Вот так вот рыбаки ловят рыбу свежую, прям из Черного моря. И сразу же по 100 рублей за килограмм продают. Вот это рыбалка. Смотри, какая вода красивая. Ой! Какая красивая вода. Цвет воды какой красивый. На камеру даже не передать. Посмотрю. Подожди. Чуть-чуть. Ну вы идите, тетя Дина, я постою. Да, у меня место свободное. Свежие еще шевелятся рыбы. Вот сегодня вечером погружали свежую рыбу. А на что вы ловите? Как оно цепляется? Просто так на крючок? Прошло минуты 3, полная удочка. Вот тебе рыбалка. Друзья, вот такая ставрида, она еще живая, рыбка шевелится, вон все, свежий улов Черного моря. Такую рыбку поймать, купить. 100 рублей килограмм, в магазине, конечно, она не 100 рублей, подороже, вон она прыгает. 300 или 500 рублей за килограмм она здесь, я не знаю, здесь рыба дорогая. Здесь рыбаки прямо с моря продают подешевле.